Как же славно чувствует себя человек в этом льняном царстве. Кажется, что и солнце светит, и первой весенней травой пахнет. А ведь эти веточки льна были сорваны 5 лет назад, но до сих пор растение источает нежный аромат. Латинское название льна переводится как «наиполезнейший». Действительно, это скромное растение более 9000 лет лечит, кормит и одевает человека. Возможности использования льна поистине безграничны. В искусстве, чтобы написать картины, да, используют льняные холсты, потому что они на самом деле очень прочные и долговечные. Вот эта картина, она написана на льняном холсте без грунтовки. То есть полностью льняная продукция. На льняном холсте нарисована картина с льняными масляными красками при помощи льняного растворителя. Льняное масло и пищевого назначения, и технического назначения. Ну вот примерно до 80-х годов прошлого века все мы пользовались традиционно олифами. Олифы – это и есть приготовленные на льняном масле составы лакокрасочных материалов. Из льна мы делаем еще и бусы. Вот на мне одни такие бусы. Это маленькие шарики, причем я это изобрела 20 лет назад. После этого стал весь Арбат делать, и дальше пошло по улице. И теперь я уже забыла, что это я изобрела. Я вспоминаю, когда-то я заболела, и мать из моей деревни, и она где-то искала кусок льна, чтобы мне приложить к ране. Говорили, что это заживляет. Самая волшебная ткань, которая может быть в мире, потому что из мешка, из-под картошки можно сделать шедевр. Древние египтяне считали, что лен – это первое растение, которое создали боги. Одна из главных христианских реликвий – Туринская плащаница, в которую было завернуто тело Христа, соткана именно изо льна. В христианстве лен во все времена считался символом чистоты, поэтому облачения священников шились только из этой ткани, без добавления других волокон. На Руси лен всегда был главной сельскохозяйственной культурой. В начале 20 века лен в сельском хозяйстве и в экономике России занимал одно из самых ведущих мест. Волокно и льняное масло поставляли за границу. В стране в 1904-1908 годах производили около 400 тысяч тонн волокна. Ну, для сравнения, в настоящее время Россия производит около 50-60 тысяч тонн волокна ежегодно. То есть, конечно, объемы упали, но для этого есть объективные причины, потому что большое развитие получил хлопок, очень много синтетических материалов получили ученые в середине 20 века. Наши предки умели ткать тонкое нарядное льняное полотно, которое с годами не только не желтело, как изделие из других волокон, а напротив, становилось еще белее и шелковистее. За эти мягкость и блеск лен во всем мире стали называть русским шелком. Процесс получения шелковой льняной нити долгий и трудоемкий. Лен, долгунец, мы сеем в мае, в середине, в начале мая по условиям. Когда лен вырастает, мы убираем его на волокно в фазу ранней желтой спелости. Вот как раз вот этот образец – это лен, который убранный в поле, но такой, из которого еще нельзя получить волокно. То есть если мы попробуем его пропустить через мелку, волокно не отделится. Вот этот лен, который выдергивают где-то по мере созревания в начале августа, в середине августа, он проходит росяную мочку. Когда лен созревает, его выдергивают, комбайн расстилает на поле, и лен находится до полного созревания льнотрясцы какое-то время. То есть, когда процесс завершен, вот эта желтенькая соломка превращается в такую серую льнотрясту, из которой впоследствии можно получить волокно. Это треста такая льняная. Из нее мы и получаем волокно. Если ее потереть вот так вот, снимается твердая шелуха. Вот на этом кусочке маленьком можно увидеть, что уже волокно мягкое. У нас есть льно мялка, на которой мы сейчас покажем вот этот процесс. Она состоит из двух
валиков металлических, которые пропускают льно-тресту, разрушают стебли льна, и в процессе получается волокно. Вот то, что получился, отход, да, от стеблей, это называется костра. Она тоже используется для дальнейшей переработки. А вот это волокно, то, что мы вот сейчас получили из льно-тресты. После этого волокно начинает расчесывать большими агрегатами, ну, напоминающие, наверное, как большие расчески. И после того, как волокно расчесали, волокно получается разного качества. Бывает волокно длинное, из него изготавливают самые хорошие качественные ткани. И волокно бывает короткое, из него изготавливают различные веревки и технические ткани. Долгий процесс подготовки стебля к ниточке вот проходит. И вот, вот эта коса, как раз вот эту косичку, удалось приобрести в одной из деревень. Я считаю, очень ценный лен. Даже если вы потрогаете, вот все равно для меня вот ощущение живого материала. С расчесанного вот этого волокна дальше изготавливали нить. И сегодня в России есть мастера, умеющие по старинке ткать льняное полотно. Этот станок выполнен по аналогии станка 19 века. Немножко просто он модернизирован, более усовершенствован, потому что он у нас это разборная конструкция. Сейчас мы просто центр рушника делаем, и у нас здесь чисто белое полотно. В основе у нас лежат ниточки льняные. Могли прясть нить все дни недели, кроме пятницы. В пятницу нельзя было прясть, а сматывали уже перемотанные спрядины ниточки, на клубочки разматывали. Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее. Так начинается сказка Ганса Христиана Андерсена «Лен», знакомая многим с детства. Да, на самом деле это очень красиво, когда лен зацветает массово. То есть если увидеть лен, как он цветет, невозможно просто удержаться. Хочется взять краски, кисти и идти писать. Это очень красиво. Звон, например, коробочек льна долгунца, который убирает на волокно, он звенит как-то по-особому, как колокольчики в народе его еще называют. А лен масличный, который вот как раз в большинстве случаев используют на масло, он, у него коробочки не звенят, а как бы шумят. Поэтому звон различается. А еще в народе говорят, что рубашки в поле вырастают. По-моему, мне идет. Лен благороден, скромен, даже аскетичен, но при этом смотрится очень стильно. И главное, льняная одежда чрезвычайно комфортна. В жару в ней прохладно, а в холода она согревает. Проверено и доказано. Летом лен понижает температуру на 4 градуса. И надевая льняное платье или рубашку, вы уж точно никогда не будете искрить. Никакого статического электричества. Лен уместен всегда. Это не только лето. Это, во-первых, в первую очередь зима, потому что зимой он тоже точно так же комфортен. Лен может сочетаться с любыми, то есть он может быть сочетаться с шерстью, может сочетаться с норкой, с любым мехом. Зимнее изделие из льна. Внутри норка, сверху лен. Он еще обладает и бактерицидными свойствами. На льняных тканях, как правило, не живут ни грибы, ни бактерии. Почему и, скажем, мумии фараонов, обернутые в льняные ткани, просуществовали такое длительное количество, несколько тысячелетий? Это связано вот как раз со спецификой того, что лен имеет такое свойство, что он из почвы сорбирует очень важные микрокомпоненты. Считается, что в льняном волокне накапливаются ионы меди, ионы цинка, те, которые обладают как раз бактерицидными свойствами. Суровый лен очень к лицу мужчинам. Я шью и на мужчин, которых мы очень любим. Здесь вот эти липучки, и вот здесь липучки, и здесь. Все это по современным понятиям, путешествия и так далее. Все это очень удобно. И в то же время это чистый лен. А мужчины обычно не знают, куда девать свой паспорт. Правильно, да. Саша? Да, паспорт, там, бумажник и так далее. Ну и потом тело дышит.
Несколько десятков лет Марта Каменская одевает самых ярких людей России. В ее туалетах получают ордена из рук президента и приходят на прием к английской королеве. Я не знаю, может, это слишком самонадеянно, но мне кажется, вот мои вещи, они идут именно женщинам, таким определившимся каким-то художницам, актрисам, вообще женщинам творческих профессий. И в этом смысле я могу сказать, что вот мне повезло, что я в свое время вот шила Галине Павловне Вишневской. И для меня это было очень интересно, потому что она прекрасная была человек, и она приходила ко мне и рассказывала про себя, про свою жизнь. Так как она необыкновенный человек, я записывала все, что я для нее делаю. Их было 42 вещи. У нас Алла Демидова одевалась в свое время, Светлана Немоляева и мой любимый актер Любшин Станислав. Тот, кто работает с этим материалом, другую одежду не признает. Да, я очень люблю лен. Мое изделие любимое, вот оно здесь висит. Оно такое самобытное, и оно даже пахнет вот, традициями русскими, пахнет льном. Лен близок своей теплотой, натуральностью. Очень люблю эти вот льняные хлопковые изделия, а лен особенно. Нравится вот естественный колорит. И вот у меня есть... подарочные мешочки, сумки, собственное сочинение. У дочери была свадьба год назад, у нас свадьба была льняная. То есть невеста в льняном платье, жених в льняном костюме, и там часть гостей в льняных. То есть дети это однозначно должны ходить, и они очень любят это. В повседневной жизни все время я ношу только лен. То есть вот кто меня знает, не дадут соврать, только лен, ничего другого. Льняные шедевры Натальи Гайдарджи буквально ворвались на подиумы и произвели в мире высокой моды настоящую революцию. В принципе, везде лен. Это вечеринки какие-то, это работа. Плюс абсолютно интересно и хорошо носится обувь изо льна. Она и полезна, и комфортна. То есть вот еще такой вариант есть. Кто сказал, что вечерние платья не могут быть изо льна? Вот то, о чем мы говорили, вечерний вариант льняной, который можно одеть куда угодно. Очень люблю делать решелье и дырки, потому что очень пикантно смотрятся женские ножки в них. Получается вот интересная вышивка и дырочки. Очень много вещей мы вяжем из льняной пеньки. Получаются такие необычные вещи, вот такие, как, например, вот этот шарф-рукав, который просто-напросто можно носить как вечернюю накидку и как тунику. Лен бывает трех видов – долгунец, кудряш и масличный лен. Вот у нас здесь имеются образцы льна долгунца, из которого вырабатывается в основном волокно. Вот здесь вот у нас представлены образцы льна масличного. Масличный лен в основном выращивают для того, чтобы получать из него, из семян. Семена бывают вот такого вида, семена бывают коричневые. Получать льняное масло. Российский государственный аграрный университет, или, как мы привыкли называть его, Тимирязевская академия, наверное, единственное место в мире, где лен выращивался в самом сердце огромного мегаполиса. Почему лен и Тимирязевская академия, они как бы взаимосвязаны? Дело в том, что как раз в начале 20 века на территории Московской сельскохозяйственной академии, как тогда называлась наша Тимирязевка, была организована по решению первого съезда льноводов России была организована льняная опытная станция, где как раз передавался самый современный опыт выращивания и переработки льна. У нас в Академии в прошлом году мы праздновали столетие самого длительного в нашей стране опыта на полевой опытной станции. Многие досадуют, что лен очень мнется, а гладить его тяжело. Но дизайнеры считают, что этот кажущийся недостаток льна есть продолжение его достоинств. Особый шик. Например, вот этот сарафан, он обычный. А мы его еще специально мнем для того, чтобы создать такое модное направление, куражный такой вот сжатость льна. Его совсем не нужно учужить, не нужно мучить лен. Вот смотрите, что получается. Получается вот такая вот
жатка, которая очень интересно смотрится в изделии. И она отвлекает вот от каких-то поперечных заломов. То есть он сам уже мятый. Вообще лен, вот даже мятый, жатый, это как раз говорит о том, что он живой. В этом и прелесть льна, что он может быть мятым, и это его достоинство. Лен – это не только одежда, это еще и постельное белье, полотенца, кухонные принадлежности, которыми хозяйки очень дорожат. Знаете ли вы, что лен способен гасить женскую агрессию? Если у вас в доме поселилась вот такая льняная баба-яга, то только она ягой и останется. Все остальные особы женского пола будут милы, терпеливы, нежны и обворожительны. Хотите верьте, хотите нет, но лен действительно сделал счастливой не одну женскую судьбу. У нас взяла девушка зимний, причем наряд, с беретиком, со всем. И она нам пишет: девчонки, когда вы будете в Москве, я приду к вам с шампанским, потому что у меня счастье, я выхожу замуж. Господи, как же уже это произошло-то? Он говорит: а я ехала такая яркая, вся бирюзовая, в метро, и ко мне подошел парень, и ниточка была. Значит, можно я с вас ниточку сниму? Вот с этого и началось. Как бы вот иногда мужчина смотрит на красивую женщину, думает, как же к ней подойти, как же вот познакомиться. А тут вот просто какая-то ниточка, которую вот причина, чтобы ее снять, получилось знакомство и получилась свадьба. Женщина должна быть яркой. К сожалению, мы ходим такие какие-то все темные, немножечко хмурые. А когда одеваешь льняное, яркое, красивое платье, хочется улыбаться. И, соответственно, к тебе по-другому относятся люди, по-другому на тебя смотрят, мужчины в том числе, потому что ты выделяешься. Вот поэтому и замуж выходит, наверное. Да и сам лен, хоть и мужского рода, но так же, как и женщина, не защищен и не агрессивен по своей природе и легко уживается со многими материалами в качестве декора. На льняном полотне, например, прекрасно смотрится вышивка, и в каждом уголке России она своя. Наша фабрика – это старинное производство, нам в 17 году уже будет 100 лет. Мы являемся продолжателями княгини Тенишевой, ее мастерских, которые были открыты в Смоленской губернии, в селе Талашкиной. Наша характерная вышивка – это цветная перевязь. Это ручной труд, у нас полностью сохранен технологический процесс, то есть мастера сначала рисуют, делают рисунок, потом они продергивают ниточки на льне и уже обвивают. Чувашская вышивка, созданная на основе лучших народных традиций, сохраняется и развивается. Наши произведения, выполняемые нашими художниками, это настоящие шедевры. Работа выполняется в русле исконно народных традиций. Это богатство нашего народа, национальное достояние. Мы представляем традиционную вышивку северных народов нашей области. Вот в этом году к дню году лошади придумали мизенскую лошадку вышивать на льне. Больше всего мне нравится фартук с лошадками, очень красиво. Тверская земля издавна славится своими традициями. Наши рисунки ни с чем не спутаешь, потому что они такие мощные, обладают такой высокой энергией, благородством. Но изюминкой нашего промысла тверского является веновская строчка. Вот, но растаскивается специальная клеточка, долевая нить и перечная нить. Посмотрите, какая сказочная вышивка на просвет. Необыкновенно просто смотрится. Полотенца, которые, я считаю, должны быть в каждом доме, потому что они приносят как бы удачу, являются защитником семейного очага. С льном великолепно сочетается и кружево. Город Михайлов расположен в Рязанской области, 80 километров от Рязани. Там традиционно занимались женщины плетением на коклюшках. Наши кружева великолепно сочетаются со льном. Вы видите, что здесь у нас представлены вещи, которые кружева, которые настрочены только на лен. Для шелка они тяжеловаты. Лен, наполненный положительной энергией земли и человеческих рук, хорош и полезен для каждого, но особенно для детей.
Это самый лучший заяц на свете, потому что он льняной. Между прочим, ушастый – потрясающий воспитатель. Мой маленький сынишка в его компании и ест отлично, и засыпает моментально. Таково уж благостное воздействие льна на человека. Кстати, видеть во сне цветущий лен – к благополучию, успеху и прибыли. Но прибыльное ли сегодня дело заниматься выпуском льняной продукции в России? На мировом рынке тонна волокна стоит примерно 1300-1500 евро за тонну. Низкокачественного 200-300 евро за тонну. Помимо всего прочего, из семенных коробочек выделяют семена, из них получают масло. Ну вот, скажем, цена просто семян льна, она составляет около 1000 евро за тонну. Поэтому лен выращивать очень выгодно, и поэтому с этим как раз и связано возрождение льняной промышленности и вообще льняного комплекса у нас в стране. Лен делает наши вещи практически бессмертными. Это единственная ткань, на которой годы не оставляют следов тления и ветхости. Вообще материал вечный, можно сказать. То есть он как бы не изнашивается. И очень приятный вообще для тела. То есть это же нет синтетики там. Вот, например, вот такое, такая скатерка. Это суровый лен. Ну, этому льну уже, наверное, не меньше, чем 150 лет. Лен ведь очень прочный. Мне принесли для того, чтобы я здесь что-то вырезала. Но у меня рука не поднялась, и я оставила это как музейную вещь. Вот здесь лен. Лен достаточно плотный. Ну, это конец 19 века. Декор понизу – это тоже тканы, тканы. Это бранное ткачество. Верхушечка вверх у нас, да? Видите, клетка, пестрядь так называемая. И ну, мне это платье очень нравится. Посмотрите, здесь сочетание даже двух разных клеток. На воротничке идет такая стандартная клетка просто, а здесь уже более усложненная. Мне это нравится, это мне душу греет. Вот так вот я, когда трогаю вот эти старые вещи, я получаю какое-то внутреннее такое вот равновесие, удовольствие получаю от этого. Лен не только долговечен, но и оказывается очень неприхотлив в уходе. Ой, да это вообще, это просто слово, это самое простое, что может быть. Стирка 40 градусов, в принципе, и, ну, у меня некоторые вещи уже выварены, поэтому там может быть и большая температура стирки, и все, и, в общем-то, утюжить не надо. То есть вот где-то что-то можно пожать, а где-то что-то, если ткань идет такая, то ее просто встряхнуть, и она очень хорошо, то есть за ним ухода вообще практически никакого нет. Стирают просто хозяйственным мылом, ну, конечно, не в стиральной машинке. Лучше, конечно, стирать вручную. Не в очень горячей воде, если есть какие-то такие цветовые дополнения. Складываете очень туго ткань или платье, и все, заворачиваете в целлофан, в этот мешок, и кладете в морозильник. И в таком виде эта вещь не размороженная, не высохшая, может лежать месяцы и даже годы. Да, и потом вы достаете, как будто вы только что постирали и слегка высушили, и разутюживаете. Сегодняшние мастера хорошо помнят наказы предков и относятся к льну с особым уважением, как к живому существу. Ткать надо в один присест. То есть это, я как полагаю, что это все-таки та энергия, которую женщина вкладывает в полотно, не должно нарушено быть ничьей такой посторонней аурой какой-то, может, и негативной. Лен – это корни, это наша традиция, это наша история. Я думаю, что это наше будущее, потому что все-таки для того, чтобы нация была здоровой, нужно возвращаться к истокам. Да, я люблю показывать в своих изделиях именно русские корни. И сейчас это наиболее актуально. Почему? Потому что мы стали открытой страной, и люди приходят иногда, покупают эти вещи, едут в них за границу, отдыхать на курорты. И они понимают, что другого такого не будет. Там они такого не увидят. И они выглядят там как бы совершенно по-другому. Вот поэтому они индивидуальные получаются. Даже иногда спрашивают, а откуда у вас это? Где вы купили? А где вы купили? В Москве купили. Ну, я как специалист в области льноводства, переработки льна,
Могу посоветовать всем покупать и носить только льняную одежду и вообще пропагандировать нашу национальную культуру лен. На Руси всегда говорили: кто посеет лен, пожнет золото. А еще, кто в лен одет, доживет до 100 лет. Как часто мы стремимся угнаться за самым модным, за самым дорогим, забывая про чудесные традиции нашей собственной древней культуры. Не стоит пренебрегать достоинствами русского льна. –